Всем привет! Это «Мир глазами охотника». Я Сергей, как всегда, с вами. Значит, очередная охота прошла успешно. Еще затемно мы приехали в угодье. Ну, так, на сумерках. Я с Максом пошел в загон. Димон и Влад пошли на номера. Опустили собак. Четыре собаки с нами было. Чива, Лайка и две гончие. Бен пошел куда-то в болото, там начал гонять лису. Лайма зацепила зайца, погнала куда-то на комплекс. На ферме там где-то гоняла. Чего? И зайцев ищи. Мы с Максом решили постоять в лесу. Со мной остались две собаки, Чива и Берта. Ну, я как бы не рассчитывал на то, что на меня какой-то зверь выйдет. Тем более мы вдвоем стоим, разговариваем, две собаки еще. Возьми, согрей ее. Обними. Блин, нас увидела. Нас увидела. А куда я бежал? Я уже кто бежал? Видел ее? Да, видел. А куда они? Они в коту пошли. В общем-то, вылетает лиса, я ее так заметил, в принципе, сразу скинулся и стрельнул. Ну, далеко, конечно, было, у меня троечка была заряжена, потом единичка. Ну, я все равно решил стрельнуть ее, пугнуть, два раза стрельнул в ее направлении. И благополучно она ушла. Напугал плутовку. И буквально мне звонит Димон сразу же, говорит, что Лайма подняла зайца и гоняет его там на ферме, что может перейди там поближе к ферме. И во время нашего разговора, когда он это мне говорит, Макс кричит: «О, заяц!» Ага. Давай, сейчас. Заяц! Я думала, это собака бегит. Смотри, смотри, смотри. Я его... О! Смотри, словила собака. А где мой телефон? Я взял его. Смотри, так далеко его взял, да? Давай, Пятуля. Молодец, молодец. Молодец, Берт. Хороший зайчик. Ага. Пятый. Уже хотя бы шерму. Да. Это твой батя звонит тут. Видала, Чива? Без тебя справились, пока ты лесу гоняла. Ну,
я кидаю телефон, вскидываюсь, стреляю, в общем. Заяц идет дальше, я думаю, что, ну, далековато, кстати, было метров 35, может, даже 40. У меня тоже стояла троечка, 36 грамм энерджи. Ну, я смотрю, заяц раз медленнее, и там уже Берта Чива угнала к лесу, погнала. Я уже остался только с Бертой и с Максом. И смотрю, Берта начинает его догонять, раз-раз, хоп, взяла. И я с первым трофеем на сегодняшний день. Решили взять такой ольшанник, лесок небольшой. Прогулялись под нему, собаки даже ни разу не гавкнули, ничего абсолютно не подняли, хотя, в принципе, такое место перспективное. Ну, прошлись, посмотрели, что пока зайца там нету. Ну и вообще, в принципе, заяц сейчас уже после открытия, сейчас его везде попугают, он пойдет в болото, и там же гораздо будет тяжелее на него охотиться. Еще там в одном-двух местах мы прошлись. Такие, в принципе, места ничего были, с травой, посреди поля такие, ну, типичные места, где мог лечь заяц, но как бы не подняли ничего. Переехали поближе к деревням и пошли так вдоль корчей. Ну, собаки-то, в принципе, нормально работали, искали, но ничего не удавалось им поднять. Августовский. О, вальшнеп. Ага. Да если бы я в него с тройки попал сейчас. Вальшнеп, ну. Какой-то маленький, наверное, всего ли так. В какой-то момент у меня из-под ног вылетел вальшнеп. Я решил не стрелять в него. Там у меня была троечка. Если бы я с такого расстояния в него с троечки попал в контейнере, то там бы от него только перья полетели от этого вальшнепа. Поэтому я как бы не стрелял по нем. Что-то там в такой болотине собаки причуяли. Но я думаю, что может это старые лисы наброды ночные. Ну, так погоняли чуть-чуть, погавкали что-то на одном месте. Ну, ничего такого существенного. За всю охотничью практику я там на тех местах пару раз только был, и как бы особо досконально мест не знаю. Решил я, в общем, перепрыгнуть канаву. Попытка была не очень удачная, я все-таки набрал. А денек был вообще отличный. Это сейчас что-то туманами все затянуло у нас, солнышко осветило. Я в кроссовках вообще ходил целую охоту старых. Я еще так подумал, блин, перепрыгнул и набрал в кроссовок. Думаю, сейчас 100% здесь зайца подыму, должна быть какая-то справедливость. И раз буквально бугорчик такой, и смотрю, о, вот здесь, думаю, заяц должен давай, лежать. Давай, ищи. Давай. Ищи там. Давай. Ищи там. Давай. Давай. Ищи. Давай, ищи. Привет. Блин, мазануло. Выскакивает из-под ног заяц и хоп, за горку, потом, значит, между деревьев. Четыре я раза отстрелялся, ну, первый, второй еще можно было что-то там попасть, потом у меня там нули стояли, это уже от злости я больше стрелял, как бы, но, в общем-то, полетел этот заяц в корчи, вылетел на Димона, но тоже расстояние для выстрела было слишком далекое. Он стрелял тоже 4 раза, по нему стрельнул. В общем, напугали мы этого зайца знатно. Он, я думаю, теперь будет подрываться далеко от охотников, а не с под ног. Пошли дальше по этим корчам. Как раз возле меня все собаки сконцентрировались. Чива тут что-то поднимает, начинает лаять.
гонит, все собаки подключаются, уже Чива, Бен и Лайма гонят, ну не знаю, кого они там гнали, возможно, лису, потому что, слыша по собакам, она перепрыгнула две канавы, навряд ли это был заяц. Прошлись еще по пару местам. Димону нужно было уже уезжать с охоты с Максом. Они поехали, а мы с Владом решили еще остаться, как бы. Еще походить немножко. Время было 12 часов. Погода шептала, охотится и охотится. Решили поискать что-то, ну, какие-то новые угодья. Поехали. Увидели три клетки такие, пожни с травой. Решили там пройтись. Прошли в одну сторону одну клетку, ничего не подняли. Уже когда шли обратно, Чива подняла что-то, Бен подхватил. Но, скорее всего, это был заяц. Подхватил, и большим-большим кругом они заработали. И Бен погнал. Чива вернулась, конечно, надолго зайца не гонит. Она не гончак. Я дошел это поле. И слышу, уже обратно накручивает Бен. Я пошел в лес, как бы думаю, по-любому он будет сосной бежать. И раз, как раз он накручивает, такое место еще красивенькое, вырубка. Накручивает, но до меня буквально не догнал, ну не знаю, метров 200 не догнал. И зайца я, правда, не видел, но видел, как Бен уже пересекал там чуть-чуть через поле и загнал куда-то в молодняк этого зайца. Ну, в общем, не вышел на меня. Забрали собаку, уже решили ехать как бы домой. И едем и смотрим, такое поле перспективное. Прям, ну, недалеко от деревни. Такая травка там на поле, как раз где может заяц лежать. Влад говорит, давай пройдемся еще тут, ну, 20 минут. Давай пройдемся. Прошли в одну сторону поля. И уже какую охоту у меня подряд. Я возвращаюсь к машине. И у меня с-под ног вырывается заяц. Щи. Давай щи. Не стреляй, не стреляй! Да не стреляй! Вырывается еще так интересно, на Чиву, потом от Чивы. Я выловил как бы момент, стрельнул. Вижу попадание, он на трех ногах начинает уходить. Влад начинает по нему стрелять. Ну, Влад далеко, ему просто хотелось стрельнуть. Он не стрелял на этой находке. Я ему кричу, чтобы не стрелял. И вижу, уже собака начинает догонять. Догнали, в общем, словили этого зайца. Ну, заяц был исключительно большим. Такие экземпляры попадаются редко. В общем, с полем-то меня... Отлично поохотились, отличный денек, получили огромное удовольствие, добыли по зайцу и поехали как бы домой. Ух, какой хорошенький. То есть собака уже его почти словила, он... Да ну ты... 5 метров, и он уже на трех ногах еле скакал.
Но я не стрелял. Ох, какой, нифига себе, слушай. С полем. С полем. Ну, нормальный такой. Зачистка. Твой, твой, ты словила, да. Все, кто посмотрел, спасибо. Оценивайте видео. Подписывайтесь на мой канал. Ходите на рыбалку, ходите на охоту. Встретимся в угодьях.